что у меня есть тематика еще не проверенная. Военная. Или пиратская. Или средневековая. Ну, давайте космос и боевик. Ну и назовем очень-очень банально. Блиц. Блирс. Можно и Блирс. Я хотел назвать Star Wars, но подумал, что это будет чересчур банально, поэтому... К тому же нам же никто не давал права на марку Star Wars. Блирс. Не знаю, что это значит. Стадия разработки 1. Ну, что в космобоевике может быть? Движок. Это мы можем опустить. И вот это вот разрабатывать. По-моему, сейчас все так и делают. То есть минимум истории. Хотя в то время было немножко по-другому. Например, Max Payne, там было очень много диалога. Вот этих диалогов очень-очень много. Намного больше, чем в современных шутанах. Но это опять же такое. $153 000 мне заработала Тропика. Если бы в жизни все было так легко, посидел у себя в гараже, поработал над игрой. Дизайн мира, звук в жопу опустим. Эти две пусть так будут. Ну, в принципе, по техническим, видите, параметрам потихоньку поднимаются вот эти цифры. Дизайн 12, технология 13, 13-13. Ну, я думаю... Ну, это было, к счастью, 13-13. А сейчас 14-13, и по-любому мне скажут, что моя игра говно. А вот было бы 13-13, они бы все десятки поставили, я уверен. Первые отзывы. Ну, давай... Ух ты! Ух ты! Высокая будет довольно-таки. Семерка, ну, неплохо. 7. 7. Космос и боевик — отличное сочетание. Кто б спорил. Прекрасно. Слишком маленькая оценка для такого громкого слова. Прекрасно. Можно было и лучше. Ну, сделай, сука, лучше All Games. Сам ты вообще All Games. Прекрасно. Можно было и лучше. Ну, у меня багурт, как вы понимаете. Не, новую тематику я делать не буду. Я изучу лучше геймпад. Хотя, по-моему, в то время не было геймпадов. Особенно, если разрабатываешь игру на PC. Какие еще геймпады? Джойстик, то есть вот эта вот палка, которая... Которую как будто из игровых автоматов вырвали. Так, что нам... Давайте посмотрим, что мы еще не делали. Военная стратегия. Ну и назовем ее... Помните какие-нибудь старые военные стратегии? Может, средневековье? Ну и будем банальными. Age of Empires. Или Age of Empire. Empire, по-моему, не Empires. Ну и на PC, естественно, стратегии никто не... Ну, правда... Правда, один хрен, графика 2D, версия 1. Здесь еще будет версия 2, и потом только появится 3D графика. Но на самом деле здесь будет версия 2, версия 3, версия 4. Версия 5, если я не ошибаюсь, последняя. Но эта 2D графика, она как бы... Стратегия, история, квесты. Ну, тоже как бы не особо... Да и движок не особо. Ну, да хер его знает на самом деле для стратегии, что нужно. Движок хороший или геймплей? Давайте движок. Будем считать, что для стратегии нужен хороший движок. Хотя это довольно сомнительно. Сомнительное утверждение. Дизайн уровней. Ну, тут можно быть... Так, интеллект врагов, это важно. Диалоги вообще нахер не нужны. Вот, вот так вот. Вот так вот. Не знаю даже, как эта система работает. Перед прохождением игры стоит, наверное, читать про нее что-нибудь. Дизайн мира. Графика. Звук. Как-то так, допустим. Не знаю, может быть, вы хорошо играете в эту игру, можете мне посоветовать что-нибудь. Я люблю игры, которые идут с TES. Игра на контроле приносит гораздо больше удовольствия, чем на клавиатуре. Поэтому для моих игр есть геймпад. Особенно в стратегии играть, которые я сейчас разрабатываю.
А для чего я, собственно, геймпад-то сделал? Я дебил. Надо же было новый движок сначала создать. Хотя... 16-16. Уже неплохо, кстати. 17-16. Ну, неплохо, неплохо. Довольно большие показатели для такого, там, второй год. 120 тысяч. Ну, это хуже, чем у Тропика, конечно. Новые рекорды, да. Ну, это все фигня. Это... Так, чисто повышение уровня персонажей. Так. О, низкие оценки будут. Ну, такие. Их внимание на и интеллект подано в этой игре очень хорошо. Это же, блядь, стратегия. Хороший опыт. Для меня, судя по всему. Хорошая игра. Game Hero. Давай, All Games, сука. Нет, на этот раз они поставили самую высокую оценку. Ну, уже неплохо. На самом деле... Когда я предыдущий раз сделал, я 9-ю игру когда сделал, или 8-ю, 8-ю, она как-то пиздецки круто продалась, и, короче... Но там у меня были ниндзя, игра про ниндзя продалась очень круто, а это блядская школа, кому нужна игра про школу? Никому, я думаю. Согласно нашему исследованию рынка, недавно вышедшие игры являются неожиданным хитом среди игроков. Разработчик Interplay довольно плохо знаком с игровой индустрией. Мы не будем ждать того, что они будут разрабатывать дальше. Что? Ну, это, короче, какое-то несвязанное предложение. Вы можете, конечно, попробовать его прочитать и осмыслить, но я вот не понимаю. Они в первом абзаце хвалят то, что игра стала хитом, а во втором абзаце говорят, что издатель говно и вообще разработчик, то есть он хер не понимает вообще, что ему делать нужно. Да, движок, как бы, не забывайте о движке, я сейчас буду делать как раз движок. Недавнее исследование предполагает, что увеличение разнообразия игровых устройств также создает рынок для более специализированных игр. Некоторые платформы становятся более нравящимся младшим геймерам, в то время как бла-бла-бла, бла-бла-бла, это все неинтересно. Короче, доступна целевая аудитория. Никогда не делал для целевой аудитории, типа детские игры, все фигня. Школа. Теперь мы будем создавать свой движок. Движок мы назовем... Inter... N... Джен 1. Так, 2D графика, монозвук, линейный сюжет, сохранение и геймпад. Вот, игры с сохранениями, они намного лучше, как вы понимаете. Ну и когда мы делаем движок, довольно много можно очков исследования заодно поднять. Снято с продажи 190 тысяч. Ну, самый успешный мой проект пока. 270 тысяч уже сверху есть. Но это на самом деле очень маленькие деньги, которые можно очень быстро просрать. Хватит репу чесать. Есть слухи, что Вена, другая японская компания, планирует выпустить свою игровую консоль самостоятельно. Ну вот я, если честно, не понимаю, что за Вена. Вена это... Ксена, может? Ксенус, нет? Без понятия, что за Вена. Какую-то консоль они сделают. Вен Мастер 5 или типа того... Вот что-то знакомое вот в этой пятерке есть, в принципе, но конкретно вспомнить не могу. Движок готов, Inter Engine. Теперь можно создавать игру на этом движке. Или можно что-нибудь, новую тематику какую-нибудь. Пост-апокалип... О, ну это прям для меня сделано, слушайте. Постапокалиптическая, ну, это прям, вот, Вена Мастер 5. И вот такие контроллеры. Я помню, что видел где-то такие контроллеры, но у нас вот в России вообще не популярно было. Если NES, это, ну, NES еще более-менее популярная была, хотя у нас в России ее не было, у нас была ее китайская копия, это Dendy. Или нет, это русская копия NES. Да, русская, Dendy. Вы успешно постапокалиптическая, короче. Ну все, я думаю, то, что просто не может быть. Игра номер 7 должна быть хитом. Это будет Fallout. Первая часть. Постапокалипсис. Жанр RPG. Платформа PC, естественно, PC. Игровой движок свой собственный. Далее.
Так, 2D графика версия 2. Ну, когда Fallout выходил, это был 97, если не ошибаюсь, или 96. Так, линейный сюжет. Ну, конечно, линейный сюжет это не относится к Fallout, но... как бы... Ну, вы понимаете, то есть это плюс будет все равно для игры. Я не могу выключить это. Я могу это выключить, но это будет минус для игры, а так я просто потрачу больше денег. Так, геймплей в Fallout. Просто... О, это было просто великолепно. Я даже не знаю, что мне... Даже не знаю, что опускать, что поднимать. Ну, вот так вот, думаю, будет. Геймплей там не очень, конечно, разнообразный. То есть там много технических моментов всякие. Ну, как у любой RPG. Ну, давайте, это должен быть хит. Диалоги, да вы шутите. Дизайн уровней. Ну, так, допустим, интеллект там, конечно, был дерьмовенький. Лучше дизайн уровней поднять. Как-то так. Давайте, интерплей. Ну, правда, первый Fallout, он был такой, не очень признанный. Он еле окупил себя. Монозвук. Базовый звук, монозвук. Нет, он уже был на стереозвуке. Это странно, ну ладно. Графика там была довольно слабенькая. Дизайн мира там был охерительный. Ну, как-то так, не знаю. То есть, блин. Может, конечно, выгоднее просто все три ползунка вверх поднимать, и тогда игра станет хитом и шедевром. Я понятия не имею. Давайте технологии немножко побольше поднимем, то есть... Нет? Нет, все-таки дизайна. Ну и технологии немножко. И дизайна. Нет? Все? Больше из тебя шарики разноцветные не лезут? Да-да-да, было выпущено это говно, Мастер 5 от Вена. Новый рекорд, 22. Очень интересно выпустить игру. Редактор уровней. И джойстик. Ну, это неинтересно лично для меня. Давайте, интересны мне оценки. О, ну это будет одна из лучших. Это уже радует. Слушайте, Fallout, похоже, будет все-таки признанным гением. Постапокалиптическое и RPG отличное сочетание. Очень приятное. И... Приятно. Очень приятно и приятно. О, какие эти... Ну, какие... Блин, шикарные отзывы. 9987. Сука, вот All Games, вечно им не угодишь. Семерку поставил, паскуда. Ну и сейчас, я думаю, Fallout должен быстренько. А мы тем временем посмотрим, что можно исследовать. Руль, джойстик, целевая аудитория, редактор уровней. Может, новую тематику? Романтика? Нет. Ну, хотя... Нет, лучше фэнтези. То есть я когда одну изучаю, у меня еще одна открывается. Ну, там у меня были в прошлой игре ниндзя. Я сделал ниндзя-боевик, и он мне 2 миллиона денег собрал. Я сразу в новый офис переехал, а там уже обанкротился к херам. Ну да, конечно, мой Fallout не повторяет историю настоящего Fallout. Так, подождите, а что я тут открыл? Фэнтези, RPG. И раз уж мы интерплей, то... Тор-на-ме. Нет, тормент. Тормент. Вот так вот она вроде пишется. У меня диск есть на самом деле. На 4 диска даже. Это игра на 4 дисках шла. Тормент. Ну, игровой движок мы свой оставим. 2D графика, версия 2.0. Очень положительный. Star Games дали 9. Одна из лучших. Если Interplay продолжит вводить новшества, они могут стать новыми любимчиками фанатов. Собственно, можно сделать сейчас все то же самое. Только немножко поднять, допустим, геймплей и сделать вот так вот, чтобы игры прям один в один не повторялись, потому что игра видит, если ты оставляешь те же настройки, она тебе ставит низкие баллы, типа, фу, сделал под копирку то, что он уже делал однажды. Немножко поднимем интеллект и опустим диалоги. И дизайн уровня поднимем, в Торменте он тоже офигенный. Ну и в Fallout он офигенный. Ну да. Так, дизайн мира чуть-чуть опустим. Звук чуть-чуть поднимем. Хотя, по-моему, это самый бесполезный пигунок. Ну, звук. Ну, кого волнует звук в игре? То есть, ну, не со спикера он. Не с базового звука, не со спикера играет, а монозвук.
Это говно, на самом деле, монозвук. Игра с монозвуком. Вы представьте, вы в наушниках играете, у вас моно. Это печально, на самом деле. 17, 18, не помню, а там сколько, очень много багов. 19, 20. И технологии, еще баг давай исправлять. Fallout 300 тысяч, ну тоже неплохо, конечно, но не хит. Не хит. Хотя, казуальные игры, нет, я не делаю казуальные игры. Что? Вот, еще дизайн. Вот теперь нормально, теперь я доволен. Это, конечно, не новшество, то есть Fallout лучше вышел. Но хотя мы посмотрим сейчас, как открытый мир и улучшенные диалоги. Это надо выучить, это да. Давайте сразу же начнем исследовать. Так. Открытый мир. Так, улучшенные диалоги, открытый мир. Там можно, в принципе, все изучить это, обе. Отзывы. О, Тормент плохо оценили. 6. Можно было бы лучше. Но... Они достигли прекрасного баланса между технологиями и дизайном. Прекрасно. Ну, знаете ли, оценка 6 мне как-то говорит, что это не очень прекрасно. Ладно. Сволоты вы эдаки. Вынуждают меня. Просто вынуждают. Недавние данные рынки показывают, что Гавадор... G64, кажется, медленно теряет долю на рынке против других производителей PC. В неофициальном заявлении сотрудник сказал, что компания была неудачна в представлении более высокого, бла-бла-бла. Короче, они обанкротятся, им пизда настанет. Это я вангую. Открытый мир. И еще я готовлю сейчас мир к Fallout 2. Да, нужно улучшенные диалоги. Я вот не уверен, нужно ли новый движок делать, на самом деле, чтобы некоторые из этих изменений применились, на самом деле. Потому что некоторые только на новом движке можно будет сделать. Так, ну и редактор уровней. Хотя в Fallout не было редактора уровней. Если бы был, там уже столько бы новых игр вышло. Ну, то есть, всяких модов глобальных к Fallout 2. То, что прям, ух. Редактор уровней. Так, ну что ж, ну-ка, создать свой движок. Да, открытый мир, улучшенные диалоги, все это надо в новом движке делать. Но это будет у нас 180 тысяч за движок. Вот это клево. Интер. У меня просто кружка перед клавиатурой стоит, и руки неудобно, надо загинать, чтобы печатать. Engine 2. То есть, ой... Как много сейчас исследований. Сегодня Nintendo объявили, что они представляют портативное игровое устройство под названием Game Link. По-моему, он Game Boy называется. Устройство представляется со сменными игровыми картриджами, мохнатым, что-то там, другими игровыми консолями. Недостаточно мощное, но за более низкую цену и превосходную мобильность. Она могла бы найти огромное количество поклонников. На полках в следующем месяце появится. $177 000. Ну, в принципе, неплохо. На самом деле, из интерплеевских игр, по-моему, самая удачная была именно Fallout 2. Причем первые Fallout и Torment, они такие прохладненькие отзывы получили. Но первый Fallout не такие отзывы получил клевые, как у меня здесь в игре. Будет забавно, если второй Fallout будет хуже, чем первый. Это будет очень неправильно. Мне даже стыдно немного будет. Ну что ж, начнем делать игру. Fallout 2. Тематика. Постапокалипсис. Жанр RPG. Платформа. Конечно же, PC. Игровой движок. Inter Engine 2. Так, 2D графика второго уровня. И что я там делал? Я немножко геймплей убирал, поднимал так. Вот так вот было. Надеюсь, я не забыл справа ничего поставить, потому что тут можно было. Так, редактор уровня, улучшенные диалоги. Искусственный интеллект опустим.
Диалоги под ней. Дизайн уровней чуть-чуть опустим, хотя редактор уровней, он как бы располагает к созданию крутых уровней. Хотя это больше как для пользователей. Есть такие же растущая аудитория для журналов видеоигр. Эти журналы предлагают новый способ для разработчиков игр продать их предстоящие игры. Маркетинг. Маркетинг надо сделать. Это базара нет. Так, открытый мир. Монозвук по-прежнему. Дизайн мира поднимем, графику опустим. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. 25, ну это намного лучше, чем было в первом. То есть вот эти два показателя лучше, но хер его знает, как это оценят пресса. Вернее, эти всякие журналисты. 20, ну 25, 20, ну это не может быть провалом. Новый рекорд. То есть это лучше, чем у любой игры, которая выходила до. Улучшенный ИИ и простые катсцены. Ну вот теперь мне на все не хватит. То есть если я маркетинг, допустим, изучу, то он 40, по-моему, стоит, если не 80. Fallout 2. О, путац, хорошие оценки. 10, выдающиеся достижения. Это уже прохоже на прав... Нет, почему 9? Сука, выдающаяся игра. Ну вот ты все портишь, почему не 10? Все любят ее, правильно, все любят ее. Кроме одних Informed Gamer, ублюдков. Мой новый любимчик, All Games. Вот сука, вот что, чем тебе не угодило? Тем, что я немножко... Бегунок звука слишком низко опустил. Сволоты вы эдакие.